Лужники. Последних полвека название этого района Москвы у всех прочно ассоциируется с нашими самыми яркими успехами в области физкультуры и спорта. В 1956 году здесь вступил в строй крупнейший в мире спортивный комплекс. В 57-м в Лужниках открывался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а в 80-м прошла Московская Олимпиада. Кроме того, тысячи москвичей получили возможность для регулярных занятий спортом. Но с начала 90-х, с развитием свободных рыночных отношений, российский спорт оказался в незавидном положении. Но руководство Лужников нашло простой и эффективный способ решения проблемы. Здесь открылся вещевой рынок. Он тоже стал крупнейшим в мире. Десятки тысяч людей получили работу, у москвичей появилась возможность недорого купить практически любую вещь. А главное, рынок дал средства на поддержание отечественного спорта. Но, к сожалению, сюда, как и в другие подобные места в столице, стали проникать криминальные элементы, в первую очередь разного рода мошенники. Администрация спорткомплекса и правоохранительные органы объявили криминалу войну. Но перед ними оказалось немало серьезных преград. Мая 1997 года пенсионерка Любовь Петровна Лукина позвонила из приемного покоя 40-й городской клинической больницы своему зятю Павлу Юрьеву, работающему охранником в банке, и пожаловалась, что ее обманули на Лужниковском вещевом рынке, куда она пошла купить внуку подарок ко дню рождения. Группа молодых людей у небольшого лотка предложила ей сыграть на игровых автоматах, имитирующих скачки. Убедившись, что без особого труда там можно выиграть большие деньги, старушка под подзадоривание незнакомых парней сыграла. И не заметила, как проиграла всю свою пенсию, принесенную утром почтальону. После этого парни сразу разошлись. Лукина осталась одна и попросила хозяйку автомата вернуть ей проигрыш. Но та грубо отказалась. С какой стати? Сама, мол, играла, никто тебя не заставлял, и вообще я этих парней не знаю. К ней подошел незнакомый мужчина и пригрозил, что если она вообще не свалит отсюда, у нее будут еще больше неприятностей. Теща заплакала, пошла домой, а в подъезде ей стало плохо. Она с трудом открыла дверь и вызвала скорую. Медики обнаружили Любовь Петровну на полу в коридоре. У нее случился микроинфаркт. В больнице женщина рассказала о случившемся врачу, и тот посоветовал ей заявить в милицию. Но она отказалась и обратилась за помощью к своему зятю. Павел выяснил точное месторасположение лотка и приметы угрожавшего ей мужчины. Надеясь на свои профессиональные навыки, он решил разобраться во всем на месте и вернуть деньги, принадлежащие теще. Через час Юрьев был на рынке, но палатку на указанном месте не нашел. Однако совсем недалеко стояла точно такая же, а около нее именно тот мужчина, которого описала теща. Он как раз разбирался с молодым парнем, тоже проигравшимся в пух и прах. Грубо схватив обидчика за шиворот, Павел напомнил ему об утреннем инциденте и потребовал тещины деньги обратно. Но внезапно на него набросилось 5-6 человек, завязалась драка. Подоспевшие вовремя милиционеры скрутили новоиспеченного борца за справедливость и доставили его в 135-е отделение. А там Юрьеву все объяснили. Оказывается, отделение милиции и администрация рынка были буквально завалены заявлениями потерпевших от лохотронщиков, как здесь их называли, и сыщики уже третий день вели наружное наблюдение и скрытую видеосъемку этой точки. А он чуть не сорвал им операцию. Следователи попросили Юрьева сообщить подробности случившегося с его тещей. И он уже в спокойной беседе рассказал о том, что ошибся входом и прошел к точке, находящейся совсем в другом конце рынка. Но и там, к своему удивлению, он встретил описанного Лукиной мужчину. Теперь уже настала очередь удивляться оперативнику. Значит, мошенники действовали не только на тех двух лотках, за которыми велось наблюдение. Получается, что их гораздо больше, чем предполагали. И все эти лотки – звенья одной цепи. Продолженные в последующие два дня оперативные наблюдения дали ошеломляющие результаты. Таких точек не две и не три, а более 30.
Причем они как фантомы кочуют, меняя свое местонахождение по нескольку раз в день. Кстати, этим и объяснялась ошибка Юрьева, когда он, придя на подробно описанное тещей место, палатки лохотронщиков не обнаружил. Возглавлявший проведение операции старший следователь прокуратуры Центрального административного округа Москвы Виктор Насеткин прекрасно понимал, необходимо срочно пресекать действия мошенников. Но этому препятствовал ряд серьезных обстоятельств. Главная проблема состояла в том, что в 95-97 годах нашу страну заполнили подобного рода преступные сообщества, но не было правовых рычагов для привлечения к уголовной ответственности виновных. Такие рычаги появились только в 97 году, когда была введена в Уголовный кодекс статья «Организация преступных сообществ». Но у прокуратуры не было опыта борьбы с этого рода преступлениями. Вот, поэтому идти на операцию без подготовки был большой риск. Но и бездействовать было нельзя. Эпидемия лохотронного мошенничества вовсю свирепствовала в столице. Палатки, подобные Лужниковским, можно было встретить на всех московских вокзалах, на ВДНХ, на многих рынках, подземных переходах, у крупных торговых центров, порой просто на улицах или площадях. То же самое творилось в Питере и других крупных городах. А добытые к этому времени сыщиками данные о масштабах мошенничества просто поражали. И я могу сказать, что следствие располагает документами, согласно которым только за три дня 1997 года доход с игорных заведений составил порядка 1,5 миллиарда рублей. А это ни много ни мало четверть миллиона долларов. Не мог скрыть своего удивления и возглавлявший в бригаде Насеткина оперативную работу Андрей Сомов. Когда мы узнали весь размах деятельности лохотронщиков, мы, конечно, обалдели. В одной Москве несколько сотен точек, а по стране. В общем, всего получается несколько миллиардов долларов в год. Вы понимаете, о чем идет речь. То есть это уже вполне можно сопоставить с годовым бюджетом страны. Ну, короче говоря, это была крупнейшая мошенническая сеть в России. Но на пути у Насеткина и его команды стояли и другие преграды. Проведение следственно-оперативных мероприятий осложнялось тем, что на каждое игорное заведение была лицензия. Это законное основание работы на вещевом рынке Лужники. И малейшая ошибка в операции могла привести к провалу ее. То есть программные продукты могли быть уничтожены, а то окружение игровой палатки могло просто-напросто разбежаться. И с этим парадоксом ничего нельзя было поделать. Лохотронщики, оказывается, являются работниками фирмы ТОО «Садко», которая имеет выданную по всем правилам лицензию, и ее статус охраняется законами о предпринимательской деятельности. Было ясно, что при таком размахе, с которым орудовали лохотронщики, одной тещи Юрьева, едва не скончавшейся от сердечного приступа, дело не закончится. Насеткин попросил ежедневно присылать ему сводки из городских клиник обо всех случаях скоропостижных смертей и самоубийств при невыясненных обстоятельствах. Среди них наверняка могли быть и жертвы лохотронщиков. Несколько свидетельств о смерти привлекли внимание сыщиков. 12 июня в реанимационном отделении 6-й городской больницы скорой помощи скончался 72-летний Василий Седов. Злоупотребляя в свое время алкоголем и закодировавшись у новомодных врачей, он вдруг неожиданно развязывает и выпивает почти литр водки. Доза оказалась для него смертельной. В ходе расследования выяснилось, что в тот трагический день Седов пришел домой с легким запахом алкоголя и рассказал жене странную историю. Ты его обобрали на Лужниковском рынке какие-то подонки. А он в азарте проиграл все полученные в этот день отпускные деньги. На них мы хотели отдохнуть в Анапе. Перед смертью Седов бредил и кричал врачу. Я еще разберусь с этими подонками. Слышишь, доктор, я убью их. Пока Насеткин изучал картотеку, поступила срочная информация о том, что 20 июня на одном из деревьев в сквере в районе станции метро «Калужская» был обнаружен труп 53-летнего москвича. Криминалисты констатировали самоубийство. Никаких предсмертных записок при нем не было, но установили, что этого человека видели накануне на Лужниковском рынке, недалеко от одной из лохотронных палаток. В кармане его куртки обнаружили сберкнижку, с которой в этот день были сняты все деньги. Более 7 тысяч рублей.
Вероятность того, что и он стал жертвой мошенников, была очень велика. Медлить дальше было нельзя. Каждый день мог принести новые жертвы. Несмотря на то, что до окончания действия лицензии оставалось больше 2 недель, на нашем экстренном заседании, а там были представители МВД, и генеральный, и РУБОПа, было принято решение провести операцию по задержанию лохотронщиков. Утром 30 июня 1997 года переодетые под обычных покупателей и зевак сотрудники РУБОП сконцентрировались вокруг 7 игральных точек вещевого рынка в Лужниках. Они внимательно наблюдали за происходящим, тщательно запоминая проигравшихся и людей, помогавших им в этом. Как обычно, все это непрерывно фиксировалось на скрытой видеокамере. В 3 часа дня поступила команда приготовиться к задержанию. Буквально в течение получаса были задержаны около 200 человек. У операторов были изъяты игральные автоматы и отчетно-финансовая документация. Но в отделении милиции все задержанные, как и предполагалось, дружно отказались от своего участия в розыгрыше. Мотивировали это тем, что все они случайные прохожие, по разным причинам оказавшиеся на рынке, друг друга, разумеется, не знают и никаких потерпевших в глаза не видали. И все это несмотря на то, что те активно опознавали своих обидчиков. Но это не решало главную проблему. Очень трудно было вменить задержанным участие в деятельности крупномасштабного преступного сообщества, руководимого из единого центра. Это можно было доказать только по каждой отдельной игральной точке, где связи и контакты подозреваемых между собой были очевидны. Но никто из них своей вины не признавал. Все твердили про совершенно законные, подкрепленные лицензиями розыгрыши. А члены наиболее многочисленных групп прикрытия заявляли, что вообще никакого отношения к играм не имеют. Пришли на рынок, как и все посетители, за покупками. А у палаток просто остановились поглазеть. Поэтому возбудить уголовные дела удалось лишь по 3 игральным точкам. Но это была победа. Хоть маленькая, половинчатая, но победа. Впервые было возбуждено уголовное дело по статье 210. Впервые по этой статье были арестованы люди. Мы прекрасно понимали, что программой можно управлять, но как это делалось, мы не знали. Дело оставалось за специалистами. Единственная в этот момент реальная улика, по всеобщему мнению, таилась в самих игровых компьютерах. Эксперты-компьютерщики исследуют аппараты и однозначно подтверждают, игровые программы легко управляются по желанию оператора. В конструктивную схему аппарата была встроена специальная плата, которая позволяла быстро и легко перейти с режима случайного результата в режим заданной оператором комбинации, что являлось всегда выигрышным для владельца аппарата. Теперь сомнений быть не могло. Мы столкнулись с четко отлаженной и организованной структурой, которая, прикрываясь лицензией, заурядно обманывала людей. Следственная машина заработала на полную мощь. Проводятся многочисленные обыски, сотни очных ставок, анализируются показания потерпевших и свидетелей. Составляются десятки альбомов из фотографий, изъятых у мошенников, по которым выявляются все новые и новые причастные к делу лица. Некоторые особо активные участники преступного сообщества, понимая, что на сей раз за них взялись всерьез, бросали нажитые нелегким трудом квартиры, автомобили и пускались в бега. На них был объявлен федеральный розыск. По делу проведено более 150 обысков. В день порой проводилось по 5-6 обысков. Но это та титаническая работа, которая позволила собрать по делу доказательственную базу. Под тяжестью этой самой базы многие ранее отпиравшиеся аферисты теперь начинают сотрудничать со следствием. Появились первые чистосердечные признания. И вскоре перед следователями предстала схема организации лохотронной точки. В ее основу был положен простой и надежный механизм игры в наперстки. Как и там, успех предприятия обеспечивали подставные лица, или по той же наперсточной терминологии, верхние, хотя они и располагались в самом низу игровой пирамиды. Верхние должны были изображать случайных игроков и зевак. Подставные игроки довольно часто выигрывали крупные суммы, соблазняя тем самым на игру реальных жертв или лохов. Лжезеваки болели за лохов, подзадоривали их, создавая тем самым атмосферу ажиотажа и заинтересованности у других прохожих. К верхним относилась также и группа страховки. Если, отойдя от стресса, игрок-жертва понимал, что его попросту обокрали, и пытался возмутиться, ему сначала показывали лицензию, подтверждающую законность данной игры, а если тот не успокаивался, то
то 3-4 неизвестно откуда появившихся молодца доходчиво объясняли неудачнику, что для него будет лучше убраться с рынка по добру, по здорову. Система обработки клиентов была продумана буквально до мелочей. Вы знаете, мы сразу поняли, что тот, кто это придумал, был великолепный психолог. Но больше всего нас поразило, что он даже учел, что лохи, то есть зеваки, будут лучше слушаться советов людей своего возраста, сверстников. И у них в каждой команде были и свои дедушки, и бабушки, и сопливые девчонки. Когда во время игры у клиента заканчивались деньги, то специально обученные люди советовали не терять гарантированный выигрыш, а съездить за недостающей суммой к себе домой или снять деньги со сберкнижки. Для того, чтобы во время дороги он не передумал, его сопровождали, поддерживая по пути его азартное состояние. Но, как правило, в своем желании отыграться жертвы не останавливались ни перед чем. Это тоже явно учитывал тот, кто стоял на вершине лохотронного Олимпа. Следователям стал известен случай, как в лапы мошенников попалась жена посла одного уважаемого государства. Заскочив на минуту на диковинный столичный рынок, она не только проиграла на месте все свои деньги, но и дважды съездила домой за добавкой. Наигралась на 6 тысяч долларов. Всего на каждой из 43 точек было примерно по 8-10 подставных лиц. Над ними стояли держатели касс, проверенные люди, которые контролировали вращение денег, забирали конечную выручку на каждой точке, а также выдавали игрокам зарплату. Кассиры работали в постоянном контакте с ведущими игры операторами, которые непосредственно управляли лохотронными компьютерами. Они назывались «нижние». Каждой точкой руководил бригадир. По данным сыщиков, кстати, среди задержанных было 4 бригадира, но они продолжали хранить упорное молчание. Очевидно, что в этой преступной структуре было не одно звено. Но что происходило дальше, рядовые сотрудники не знали. Палатка – это своего рода передовая, где простые бойцы ковали победу, то есть деньги. А командование, и тем более ставка верховного главнокомандующего, была где-то далеко. Пока Насеткин ломал голову, как выйти на организаторов группировки, ему сообщают о почти невероятном событии. 23 июля на Шаболовку в приемную Московского управления по борьбе с организованной преступностью приходит некий Олег Печенкин, который предлагает начальнику РУБОПа взятку в размере, ни мало ни много, 300 тысяч долларов. За то, чтобы дело лохотронщиков было спущено на тормозах, а потом и вовсе закрыто. Такой откровенной наглости не помнили даже старожилы управления. Незадачливого взяточника задержали, но, пообщавшись с ним, поняли, скорее всего, перед ними типичный городской, точнее, даже московский сумасшедший. Это предположение подкрепилось, когда в его автомобиле обнаружили завернутые в газету 2 боевых меча. Возбудили уголовное дело за хранение холодного оружия и поехали делать обыск на квартиру Печенкина. А она была больше похожа на оружейный магазин. Ножи, мечи, сабли, стилеты, пистолеты были повсюду. Выяснилось, что Печенкин является коллекционером старинного оружия. Но все же зачем Печенкин сделал это сумасшедшее предложение рубоповцам? Наряду с несколькими экземплярами оружия, на которые у горя коллекционера не было разрешения, сыщики заодно изъяли и записную книжку Печенкина. И правильно сделали. На вид это была обычная записная книжка красного цвета. Но осмотром ее было установлено, что цифры, проценты и суммы в ней указаны в строго определенном порядке. И чаще всего напротив этих сумм встречается имя Воронов и кличка Гарик. Насеткин поинтересовался у Печенкина, кто такие Воронов и Гарик. О Гарике Печенкин ничего не слышал, а Воронова немного знает. И вроде тот недавно как будто попал в автомобильную аварию. Насеткин решает провести обыск в квартире Воронова. Перед сыщиками предстал скромный на вид человек лет 35 на костылях. Он действительно недавно попал в аварию. Также заметно, что выражено, что имеет манеры определенные, умен, и проявил себя так открыто достаточно, как бы готов к общению и даже помочь следствию. Но помочь сыщикам ему было нечем. В доме у Воронова не нашли ничего подозрительного, кроме трех измятых листочков каких-то отчетов. На всякий случай их
изъяли и отвезли на Сеткину, который тем временем продолжал работать с записями и цифрами в книжке Печенкина. Это не были коллекционные контакты, судя по всему, и по версии следствия. Это была система распределения черного нала между участниками какой-то организации. Кто-то от чего-то получал 60%, кто-то по 17%, кто-то по 10%. Решили еще раз побеседовать с незадачливым коллекционером. Спрашиваем у него про записную книжку. Печенкин понимает, что многое нам уже известно, а что именно, не знает. Юлит, путается. Некоторые цифры объяснить не может или объясняет их несуразно. В частности, почему, например, напротив цифры 60% каждый раз помещались данные об обмене валюты, причем в весьма внушительных размерах? Проверили расположенные в районе Лужников обменные пункты и выяснили, что одни и те же люди практически каждый день обменивали астрономические суммы. Им выдавались по 2-3, а иногда и по 5 справок на одну и ту же сумму – $9900. Дело в том, что по существующему законодательству операции на суммы, превышающие $10000, подлежали обязательной регистрации в банке, откуда эти данные отправлялись в налоговые органы. Проверили списки задержанных и обнаружили в нем фамилии нескольких постоянных менял. Во время допросов те спокойно сообщили, что деньги, конечно, меняли, но не свои. Их каждый раз давали разные люди, которые им не представлялись, а они получали за это свои проценты. Менял также расспросили про Воронова и Гарика. О Воронове задержанные ничего не знали, а про Гарика сообщили, что это был такой своеобразный пароль. Когда подельники должны были встретиться, но не знали друг друга в лицо, они называли кличку Гарик. Сыщикам было ясно, что под этой кличкой реальный человек, причем из самой верхушки. Но где его искать? Кое-кто из допрашиваемых, судя по реакции, явно знал про Гарика что-то более существенное, но предпочитал молчать. Пока оперативники работали с менялами, Насеткин изучил листочки из квартиры Воронова и сделал очередное открытие. Цифры на листках бумаги были заполнены в табличке. Из этих табличек было видно, что цифры дополняют записи Печенкина, обнаруженные в его записной книжке, и из этих цифр складывается четкая финансовая система преступного сообщества. Круг все-таки замкнулся. Значит, этот безобидный человек на костылях, если не глава всей этой пирамиды, то, по крайней мере, один из них. Непонятно только, зачем Печенкину было сдавать Воронова, если они сообщники. Насеткин срочно запрашивает у руководства ордер на арест Воронова. А через несколько минут ему звонят все из того же 135-го отделения милиции и сообщают, что у них находится некая Мария Хлебникова. Она утверждает, что день назад пропал ее сын, Андрей. Более того, она не сомневается, что его убили. Через 20 минут она уже была в кабинете Насеткина, где еще раз повторила. Ее сына убили и даже знает кто. Хлебникова сообщила, что позавчера сын договорился по телефону о какой-то важной встрече, после чего весь вечер был сам не свой. А я еще ему сказала, да не ходи ты никуда, сынок. Уж очень я за тебя беспокоюсь. А он мне еще ответил, да ты, мать, не бойся. У меня на них столько всего есть, что им самим меня бояться нужно. После этого Хлебников перезвонил своей знакомой Ольге Васильевой и попросил ее побыть рядом с ним в метро во время этой встречи. Но ни вечером, ни на следующий день сын домой не вернулся. Обеспокоенная женщина позвонила Ольге. Оля рассказала, что встреча была нормальной. Они встретились на улице, спустились в метро. Игорь подошел к каким-то мужчинам. Она вроде одного знала. Самое важное, что сообщила Хлебников, этот человек был на костылях. Костыли. Сомнений быть не могло. Это был Воронов, ордер на арест которого уже был подписан. По его адресу немедленно выехала оперативная бригада. Но квартира была пуста. Воронов бесследно исчез. Насеткин все никак не может успокоиться. Упустить из-под носа одного из предполагаемых главарей. Теперь он уже прекрасно понимал, с каким гением они имеют дело. Насеткин требует немедленно найти Ольгу Васильеву, которая последней видела пропавшего Хлебникова. Сейчас только она могла пролить свет на тайну его исчезновения.
а значит и вывести сыщиков на след Воронова, с которым Хлебников встречался в метро. Но домашний телефон Васильевой не отвечал, а по служебному сообщили, что она уже второй день на работу не является. Выехали к ней домой, опросили соседей, те ее тоже два дня не видели. Приняли решение взломать дверь, вызвали понятых. В квартире никого не было, причем, судя по прокисшему на плите супу, хозяйки не было уже как раз те самые два дня. Включили телефон с непрослушанными сообщениями автоответчика. Среди них сразу обратили внимание на одну запись. Это было не сообщение, а именно запись, которую можно сделать на подобном телефоне во время разговора. Человек по имени Гарик сообщал хозяйке, что Андрей попал в автокатастрофу и в тяжелом состоянии находится в институте Склифосовского. Нужно срочно приехать. Эта запись, во-первых, прояснила сыщикам ситуацию с Хлебниковым. Во-вторых, всплыл, наконец, реальный Гарик, казавшийся все это время мифическим персонажем. Но почему Васильева поставила этот разговор на запись? Что-то здесь было не так. Срочно проверяют регистратуру института Склифосовского. Как и предполагал Насеткин, пациент по фамилии Хлебников в этот день к ним не поступал. Значит, все намного серьезнее. Главари лохотронной мафии, поняв, что сыщики у них на хвосте, начали уничтожать возможных свидетелей. Причем и здесь прослеживался знакомый конспиративный почерк преступников. Каждый отвечал за свой участок. Воронов причастен к исчезновению Хлебникова, Гарик – Васильева. Но если про Воронова уже кое-что было известно, то на Гарика, кроме телефонной записи, не было ничего. Каждым занялась отдельная группа. Срочно были разосланы запросы во все государственные и частные больницы и поликлиники в надежде на то, что покалечивший ногу Воронов обратится к врачам. Но ответ везде был один и тот же. Никто из больных с аналогичным переломом в последние дни не обращался, а фамилия Воронов не значилась ни в одной медицинской регистратуре. Проверили документацию аэропортов, железнодорожных вокзалов и автостанций. Но нигде пассажир по фамилии Воронов не фигурировал. Проверили родственников, соседей, все тщетно. Никто ничего о его местонахождении не знал. При этом автомобиль Воронова, дорогая иномарка, был брошен во дворе. Человек, придумавший аферу века, конечно же, понимал, что такая машина без труда может помочь сыщикам вывести на его след. Поиски Воронова и Гарика были в самом разгаре, когда Насеткину сообщили, что один из сидящих в бутырке бригадиров, Алексей Алешин, захотел дать показания. Причем очень срочно. Алешин сообщил, что теперь, когда он по тюремной почте узнал, что Воронов начал убирать всех подряд, он больше не может молчать. Одно дело, когда они кидали лохов на деньги, другое дело – убивать людей. Сомов попросил Алешина сообщить все о контактах Воронова и местах, где он может скрываться. Да Гарри где угодно может быть. С такими бабками, как у него, его любой прикроет. Да даже в Москве. Я не знаю, как вы будете искать. Значит, Гарик и Воронов – одно и то же лицо. Невероятно. Сыщики даже не рассматривали такую версию, но винить себя было не в чем. Когда мы поняли, что Воронов и Гарик – одно и то же лицо, мы, конечно, очень удивились. Он так грамотно развел свои имена, что догадаться было просто невозможно. Зато теперь кое о чем догадывался Алеша. Я и раньше замечал, что пропадают наши люди. То есть, кто-то говорил, что, кто-то купил там виллу там на Майорке или там на Канарах, кто-то заплатил и ушел от наших. То есть, я не знаю, как можно уйти от таких денег. Теперь я знаю, что их убирал Гарик. Теперь о многих дальнейших действиях Воронова можно было догадаться без труда. Стали понятны и показавшиеся поначалу странными действия коллекционера-лохотронщика Печенкина. Когда ему не удалось за 300 тысяч долларов замять дело, он сдал сыщикам адрес Воронова, прекрасно понимая, что если Гарик останется на свободе, одним из ближайших трупов будет он сам, Печенкин. Алешина выпускают под залог. Воодушевленные этим его подельники сообщают следствию все новые подробности. Всем процессом на рынке руководили 25 бригадиров. В зависимости от опыта и профессионализма, бригадир мог иметь под собой от 1 до 5 точек.
В конце каждого рабочего дня они принимали выручку, которую им приносили кассир. Давай. А, вот они, бабки туда. Капуста, блядь, капуста. Русский миллиардер. О, Гера идет со славой. Положи обратно. Вот это точно криминал, я. Причем тебе, да? Это беда. У многих из них, как видим, под вечер оставалось еще достаточно энтузиазма и сил, чтобы заниматься еще одним видом творчества. Снимать занимательные видеосюжеты а-ля «Сам себе режиссер». Ну что, едем в Майами-Бич? Базара нет! Серег, имел я всех, кто ниже меня ростом. Деньги достает. Над простыми бригадирами стояли три старших бригадира, которые подчинялись непосредственно Гарику, Игорю Ворону. Будешь, наверное, снимать на камеру, да? Нет, я сейчас в ментуру пойду сдавать всех. Ради бога, полетим все нам. Их разыскивает милиция. Скажу, это вам фотодокументы. Сопоставляя показания задержанных лохотронщиков и изъятую у них документацию, выяснили, и как распределялись экспроприированные у тысяч незадачливых граждан деньги. Теперь, кстати, и выяснилось, что означали те таинственные 60% из книжки Печенкина. Именно такая доля от всех доходов лохотрона доставалась скромному предводителю концессии Игорю Ворону. А помня о сотнях миллионов долларов, ежемесячно получаемых его сетью, можно было представить, сколько он получил лично. И главное, что теперь он может при помощи этих денег наворотить. Достаточно яркой была и официальная биография будущего миллионера. Воронов Игорь Викторович родился в 1963 году в Красноярске. Русский, из семьи преподавателя военной академии и научного сотрудника. Образование высшее. Окончил Московский физико-математический институт. Ранее не судим. Согласно полученным следствием данным, Игорь и в школе, и в институте преуспел на многих поприщах. Он характеризовался и как способный студент, и как подающий надежды теннисист, и как активист в общественной жизни, и как непременный участник художественной самодеятельности. Был бессменным капитаном школьной команды КВН. В институте организовал секцию спортивного бриджа и неоднократно был призером первенства Москвы среди вузов. В январе 93 года Воронов становится учредителем товарищества с ограниченной ответственностью «Садко». Но тогда еще никто, кроме самого основателя, и не подозревал, что это и было рождением самой могущественной в стране мошеннической империи. Было бы удивительно, если бы Воронов с такими способностями стал заниматься чем-то другим. Еще один раскаявшийся лохотронщик прокомментировал и другие таинственные цифры. Он намекнул, что половина из тех денег, поступавших к отцу-основателю, уходила очень далеко к таким большим и серьезным людям, что ему и подумать страшно. В настоящее время перед следствием раскрывается достаточно полная картина, сколько и кому должен был платить Гарик за то, чтобы соответствующие контролирующие органы закрывали глаза на преступную деятельность игровых аттракционов. Однако в интересах следствия об этой информации я пока говорить не могу. Теперь перед глазами Насеткина и его коллег вырисовывалась достаточно полная картина почти четырехлетней деятельности игорной империи Игоря Воронова. Если театр начинается с вешалки, то история лохотрона началась с одних известных московских бань, в которых и образовался будущий костяк гениального сообщества. Игорь Воронов вообще любил бани, а в этих банях у него к тому же работали два друга. Бывший офицер, афганец Леонид Ткач, работал барменом в кафе при банях. Второй Хлебников там же вышибалый. Перестройка не застала компанию врасплох. Воронов понимал, что это его время. И пока оно не закончилось, надо этим максимально воспользоваться. Перед глазами прирожденного игрока и опытного КВНщика Воронова пышно расцветали великие аферисты вроде Мавроди. Гарик, подзадариваемый непререкаемыми авторитетами, обдумывает план действий со своими банными приятелями и устраивает первую пробу сил на Курском вокзале. Воронов, не забыв, что он еще и дипломированный физик, выставляет на удивление провинциальной приезжей публике чудо-автомат, получивший в народе емкое во всех смыслах название «пылесос».
Его принцип действия был очень прост. Пронумерованные шарики вращались в барабане, подобно розыгрышу игры «Спортлото». А потом оператор-мошенник, управляя струей воздуха, выдувал оттуда шар, приносивший игроку-жертве заведомый проигрыш. На этом примитивном пылесосе и отрабатывалась схема следующего чуда техники – лохотрона. Это было великое время. Время проб и ошибок. Гарик гордо шел впереди, и шишки, сыпавшиеся со всех сторон, приходилось сажать на собственный лоб. Но в результате Воронов записал в личный свод правил профессионального игрока три главных принципа. Первое. Игровой системой можно и нужно управлять. Второе. Необходимо спровоцировать азарт борьбы между реальными и подставными участниками игры. Третье. Чтобы не было никаких проблем, нужно платить за работу на чужой территории. Дело в том, что на последнем пункте и попался пока еще не оперившийся гений. Денег за использование вокзальных площадей платить Гарик не захотел, за что и был выгнан с позором одной мощной кавказской группировкой, контролировавшей тогда мелкий бизнес в районе Курского вокзала. Как ни странно, но бандиты сыграли только на руку будущим лохотронщикам. Проанализировав возникшую ситуацию, Гарик понял, что ни доисторические наперсточники, ни примитивный пылесос все равно не смогли бы идти в ногу со временем. И Гарик нашел выход из сложившейся ситуации. Выход простой, а значит гениальный. Использовать новые компьютерные технологии. Воронов лично возглавил конструкторское бюро, и вскоре на свет появились аппараты, которых еще не видели неискушенные обыватели. И вот с этим-то новым чудом света Гарик со товарищи дебютировали на территории, прилегающей к городскому аэровокзалу. Солидные, в отличие от пылесоса, компьютерные автоматы привлекали клиентов намного эффективнее. Но случайных зевак на вокзале было довольно мало. Прохожие в основном были пассажиры, как правило, спешащие на свои рейсы. Времени на обработку таких неудобных клиентов не хватало, и пропускная способность точек была, естественно, низкая. А главное, пионеров лохотронного движения без конца гоняла местная милиция. И тогда Гарика озаряет новая гениальная идея. Он переносит свои чудо-автоматы с аэровокзала на вещевой рынок спортивного комплекса «Лужники». Он идеально подходит для зарождающейся затеи. Огромная территория, людские толпы, в которых можно всегда затеряться. Покупатели с большими суммами денег, преимущественно приезжие. А еще, в отличие от многих других рынков, здесь не нужно искать крышу и тратиться на третий принцип Воронова, гласящий, как известно, за территорию нужно платить. Но самое главное, появилась возможность получить официальную лицензию на использование игровых автоматов, дающую сообществу государственное прикрытие. Пока Насеткин изучал биографию исчезнувшего гения, и сам Воронов, видимо, не терял времени даром. 22 апреля 1998 года в подъезде собственного дома недалеко от лифтовой площадки обнаруживают труп Алешина. Его убивают вместе с приятелем Левченко, который работал в ресторане, расположенном на территории Лужниковского рынка, и, по мнению следствия, также был причастен к лохотронному сообществу. Это означало, что Гарик начал мстить своим разговорившимся подопечным, тем, которые были у нас в руках. А кроме этого, он мог заказать и убрать всех тех, о ком мы еще не знали тогда или еще не могли поймать. Подтверждение версии не заставило долго ждать. Уже через два дня в кабинете Насеткина раздался телефонный звонок. Искусственно искаженный мужской голос сообщил, что тот, кого вы ищете, может скрываться на своей тайной даче в поселке Жуковка. Только вам очень нужно поторопиться. Скромный особняк, видимо, действительно был любимым местом отдыха лохотронного гения. Только самого его там уже не было. Гарик вновь ускользнул. Правда, свидетельств совсем недавнего пребывания здесь Воронова было предостаточно. Но то, что там увидели оперативники, вызвало у них удивление и даже уважение. Особенно потрясла рабочая библиотека, где обнаружилась масса книг по психологии, психиатрии, теории игр и других очень полезных наук. Но самой любимой и читаемой Вороновым книгой был, безусловно, роман Достоевского «Игрок». На отдельной полке выстроилось около двух десятков изданий бессмертного произведения, включая редкие дореволюционные, а также зарубежные переводы. Но не только мыслями Федора Михайловича подпитывался наш герой. Нашли там и более прозаические вещи. Да, действительно, догадки в этой части подтвердились в ходе следствия. Гарик со временем пристрастился к сильнодействующим наркотикам.
По-видимому, они стимулировали его умственную деятельность, направленную вот на организацию игорного бизнеса. Что характерно, и многие компаньоны и коллеги Гарика по игорному бизнесу также начали активно употреблять наркотики. Вскоре бригаде Насеткина удалось выяснить немало подробностей про самую страшную сторону жизни вороновской команды. Первой жертвой лохотронного сообщества становится один из ближайших соратников Гарика, бригадир трех игровых точек Леонид Ткач. Он неожиданно умирает от передозировки героина. Ткача хоронила вся лужа. Хоронили с помпы. Кстати, его труп случайные прохожие нашли на улице Кравченко, недалеко от дома другого бригадира Александра Бурова, которого удалось привлечь и по статье за участие в сбыте наркотических средств. Но дьявольская сущность Гарика требовала еще большего масштаба. Смерть коллеги навела его на очередную гениальную идею. Почему бы часть лохотронных барышей не вложить в очень прибыльное и благородное дело – в Центр по реабилитации наркоманов? Этим Воронов убивал сразу нескольких зайцев. Во-первых, нет более почетного способа отмывания грязных денег. Во-вторых, он оставался заботливым отцом для своих подопечных. А главное, Центр сам по себе обещал принести немалые деньги. Их будет тем больше, чем больше ему удастся отправить туда клиентов. Значит, нужно посадить на иглу как можно больше своих товарищей. В качестве полигона был выбран наркологический центр «Гарантия», в кассах которого каждый из пациентов оставлял от 1,5 до 5 тысяч долларов. Суммы, которые вряд ли могли себе позволить простые наркоманы. Руководство центра души не чаяло в своем благодетеле. Игорь Викторович Воронов сделал большое благородное дело. Благодаря ему мы сегодня имеем, как вы видите, современный, хорошо оснащенный наркологический центр, в котором может получить помощь не только житель Москвы и Московской области, но и любой человек России, который готов избавиться от наркологической зависимости. Сегодня мы вылечили свыше 2000 пациентов разного возраста. И в этом громадная заслуга Игоря Викторовича. Большое вам спасибо, Игорь Викторович. А когда мы тщательно изучили весь этот реабилитационный центр, а особенно поговорили с бывшими пациентами и нынешними, мы узнали жуткие вещи. Порядка десятка его бывших друзей стали жертвами так называемой благотворительности Воронова. А троих он просто убрал через своих бывших партнеров по наркобизнесу. Сентябрь 97 года. В разборке в кафе «Солнышко» убивают старшего бригадира Власова. По оперативным данным, он был причастен к распространению наркотиков и что-то не поделил со своими покупателями. Декабрь того же года. У бригадира Евгения Кравчука возникает серьезный конфликт с Гариком из-за неполностью отданной дневной выручки. Через несколько дней Евгений умирает якобы от передозировки героина. Январь 98-го. Бригадир Виктор Смирнов также не полностью отдает деньги Гарику. На следующий день его находят убитым в подъезде дома в городе Долгопруд. Поиски Гарика не прекращались ни на минуту. А следственная бригада продолжала работать над первым в уголовной истории страны обвинительным заключением над преступным игровым сообществом. Правда, оперативные действия осложняло то, что Воронов мог давным-давно поменять фамилию, даже, подобно незабвенному Салонику, сделать себе пластическую операцию. Но никаких данных в клиниках и косметических салонах на Воронова или похожего на него человека не имелось. Насеткин понимал, Гарик все же попытается покинуть страну. Для беспрепятственного получения визы лучше быть женатым. А Воронов был холост. Конечно, наивно было полагать, что Гарик, будучи в федеральном розыске, мог рискнуть пойти в ЗАГС со своими настоящими документами. Но запомнить его необычную внешность могли, если все же Гарик не сделал себе пластическую операцию. Сыщики пошли по всем московским ЗАГСам, и чудо случилось. В Бауманском ЗАГСе появлялся некий Перов Виктор Максимович, как две капли воды, похожий на Гарика. Его опознали сотрудницы, проводившие акт регистрации брака Перова с гражданкой Орловой. Значит, и здесь Воронов всех перехитрил. Но самое печальное, что он действительно заключал брак в срочном порядке, мотивируя это необходимостью скорого вылета в США на безотлагательное лечение. Необходимую справку он представил. Связываются с посольством США. Там факт выдачи визы подтверждают.
Но из Вашингтона вскоре приходит неутешительный ответ. Господин Перов на территорию США не въезжал. Хотя было понятно, что с американской визой он мог отправиться куда угодно. Так или иначе, Гарик из страны исчез. И на этот раз уже, кажется, надолго. Даже когда мы поняли, что Воронова уже нет в России, нам все равно нужно его найти любой ценой. Потому что, имея такие способности, как у него, и имея такие деньги, он может совершить все, что угодно и где угодно. Лидер преступного сообщества ушел от возмездия. Многим его подопечным повезло гораздо меньше. 8 апреля 2000 года состоялся суд над первой группой лохотронщиков. Четверо наиболее активных членов группировки осуждены на невиданные до этого для мошенников сроки – от 8 до 13 лет. Остальные участники получили различные сроки условного наказания. Ждут в своей очереди еще 5 находящихся в производстве дел. 12 наиболее активных фигурантов по-прежнему находятся в федеральном розыске. Еще один – в международном. Это Воронов, он же Гарик, он же Перов. 15 декабря 2000 года в российское бюро Интерпола поступает информация о том, что в США обнаружена и обезврежена преступная группа, состоящая из граждан России, занимавшаяся торговлей человеческими органами. За ними уже долгое время велось неустанное наблюдение многих спецслужб в надежде выйти на все звенья цепочки. Во время операции по задержанию преступников завязалась перестрелка, в ходе которой погиб один полицейский и 2 бандитов. Американские коллеги просят узнать, не знают ли в Москве кого-нибудь из убитых. К справке прилагались сделанные агентами ФБР фотографии. Попали эти снимки и в прокуратуру Центрального округа Москвы. Одного из убитых в далекой Америке бандитов, Виктор Насеткин, узнал без труда.